Здравствуйте, дорогие мои подписчики, или просто зрители моего канала, представляю вам свой видеоролик, ушедшие актеры из сериала «Следствие ведут знатоки», вышедший в 1971 году, по 1989 годы, часть номер 5. Всем приятного просмотра. Шувалов Игорь родился 24 ноября 1930 года, скончался 14 мая 1985 года. Роль Терентьев, папа Наташи и Алексея. Струнова Маргарита Ивановна родилась 14 августа 1938 года, скончалась 23 декабря 2007 года. Роль Терентьева. Мама Наташи и Алексея. Причина смерти неизвестна. Захоронена на Останкинском кладбище столицы. Горлов Николай Матвеевич. Родился 16 декабря 1911 года, скончался 6 ноября 1989 года. Роль дед Миши, отец Ксении. Урна с прахом захоронена в могиле жены на Даниловском кладбище. Полупарнев Владимир Иванович, родился в 1920 году, скончался 5 апреля 1992 года. Роль Константин Мухин, отец Миши, похоронен на втором участке Кунцеевского кладбища, старая территория. Щербаков Петр Иванович, родился 21 июля 1929 года, скончался 16 марта 1992 года. Роль Бондарь, уголовник, похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы, 7 участок. Ольховская Вера Георгиевна, родилась 12 марта 1924 года, скончалась 13 января 2010 года. Роль Надежда Ивановна. Крачковская Наталья Леонидовна, родилась 24 ноября 1938 года, скончалась 3 марта 2016 года. Роль Настасья Продавщиц. Скончалась утром 3 марта 2016 года на 78-м году жизни в Москве. Похоронена 5 марта на Троекуровском кладбище столицы, участок номер 21. Леонов Виталий Викторович. Родился 2 октября 1926 года, скончался 29 марта 1993 года. Роль допрашиваемый, бывший уголовник, похоронен на Востряковском кладбище Москвы. Сережа Кудрявцев родился в 1962 году, скончался в 2003 году. Роль топорик. Тёнин Борис Михайлович. Родился 23 марта 1905 года, скончался 8 сентября 1990 года. Роль Анатолий Кузьмич Побарыкин, отец Муза, похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище, участок номер 29. Толмачева Лилия Михайловна родилась 6 июня 1932 года, скончалась 25 августа 2013 года. Роль Муза Бабарыкина. Похоронена на Ваганьковском кладбище рядом с мужем, писателем Виктором Фогельсоном. Подгорный Никита Владимирович. Родился 16 февраля 1931 года, скончался 24 сентября 1982 года. Роль диспетчер вокзала. Ушел из жизни в московской больнице от рака. Похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы, участок номер 38. Караченцев Николай Петрович. Родился 27 октября 1944 года, скончался 26 октября 2018 года. Роль Кимфалеев «Золотых рук» мастер. Причина смерти, из-за отказа почек, похоронен на 6-м участке Троекуровского кладбища Москвы. Караченцев Николай Петрович. Родился 27 октября 1944 года, скончался 26 октября 2018 года. Роль Кимфалеев «Золотых рук» мастер. Причина смерти, из-за отказа почек, похоронен на 6-м участке Троекуровского кладбища Москвы. Васильев Владимир Петрович. Родился 17 января 1934 года, скончался 13 июля 1993 года. Роль Пчелкин, директор музея. Причина смерти – инсульт, похоронен на Донском кладбище в Москве. Уфимцев Иван Васильевич. Родился 15 января 1928 года, скончался 31 августа 2010 года. Роль Кипчак. Ушел из жизни в Москве в результате перенесенного несколько лет назад инсульта. Похоронен 3 сентября на Армянском кладбище, филиал Ваганьковского кладбища. Крылов Петр Васильевич. Родился 15 июля 1913 года, скончался 17 июля 1998 года. Роль Константин Георгиевич Обнорский, эксперт, похоронен на Ваганьковском кладбище Москвы. Жарков Алексей Дмитриевич. Родился 27 марта 1948 года, скончался 5 июня 2016 года. Роль Кочегар. Державин Михаил Михайлович. Родился 15 июня 1936 года, скончался 10 января 2018 года.
Роль: Илья Петрович Валентный, начальник АТК. Валиков Федор Михайлович. Родился 13 января 1926 года, скончался 13 ноября 1999 года. Роль: Петр Иванович Зурин. Фролов Геннадий Алексеевич. Родился 20 июля 1937 года, скончался 10 апреля 2019 года. Роль: Евгений Львович Саковин, подполковник милиции из отдела внутренних расследований. Уралова Евгения Владимировна, родилась 19 июня 1940 года, скончалась 17 апреля 2020 года. Роль: Антонина Михайловна Чугуникова, директор овощебазы. Лазарев Евгений Николаевич. Родился 31 марта 1937 года, скончался 18 ноября 2016 года. Роль: Владимир Тарасович Васькин, начальник цеха. Коровин Владимир Сергеевич. Родился 14 сентября 1932 года, скончался 5 сентября 1999 года. Роль: Панка, садовод-частник. Лученко Юрий Васильевич. Родился 20 марта 1941 года, скончался 8 апреля 2018 года. Роль: Шишкин, рыночный делец. Михайлушкин Александр Викторович. Родился 1 сентября 1943 года, скончался 27 октября 2010 года. Роль: Леонид Викулов, бригадир грузчиков на овощебазе. 19 августа 2010 года годе он был госпитализирован с подозрением на инсульт. Актер скончался в Москве после продолжительной болезни. Похоронен в Раменском районе Московской области. Щукин Анатолий Михайлович. Родился 7 декабря 1916 года, скончался 29 мая 1983 года. Роль: Демидыч, работник овощебазы. Бурлаков Владимир Иванович. Родился 31 августа 1946 года, скончался 14 июля 2000 года. Роль: Феоктистов, работник автобазы. Новиков Борис Кузьмич. Родился 13 июля 1925 года, скончался 25 июля 1997 года. Роль: Николай Старухин, алкоголик, работник овощебазы. Соловьев Александр Иванович. Родился 19 августа 1952 года, скончался 1 января 2000 года. Роль: Анатолий Владимирович Артамонов. Сафонов Всеволод Дмитриевич. Родился 9 апреля 1926 года, скончался 6 июля 1992 года. Роль: Антон Петрович Бардин, Мушалы. Кенигсон Владимир Владимирович. Родился 7 ноября 1907 года, скончался 17 ноября 1986 года. Роль: Алексей Прокопьевич Щепкин. Никифоров Борис Николаевич. Родился 3 марта 1933 года, скончался 13 апреля 2011 года. Роль: Иван Тихонович Никитин, председатель колхоза. Воронов Иван Дмитриевич. Родился 19 января 1915 года, скончался 6 августа 2004 года. Роль: Дмитрий Савельевич, управляющий конторой. Варганов Виталий Леонидович. Родился 24 июня 1940 года, скончался 25 января 1995 года. Роль: Иван Данилович Пузановский, Пузо. Сашальский Владимир Борисович. Родился 14 июня 1929 года, скончался 10 октября 2007 года. Роль: Алексей Пюпкин, Олег Николаевич. Земляникин Владимир Михайлович. Родился 27 октября 1933 года, скончался 27 октября 2016 года. Роль: Борис Анатольевич Молотков, автослесарь. Афанасьев Радий Александрович. Родился 14 марта 1924 года, скончался 27 ноября 1999 года. Роль: Доцент. Корешков Виктор Викторович. Родился 25 апреля 1952 года, скончался 2 марта 2011 года. Роль: Капитан. Сатановский Леонид Моисеевич. Родился 28 марта 1932 года, скончался 30 мая 2015 года. Роль: Шариков, ограбленный завмак. Степанов Вячеслав Викторович. Родился 12 июля 1939 года, скончался 31 июля 1995 года. Роль: Товаровед. Щелоков Василий Иванович. Родился 25 февраля 1908 года, скончался 10 мая 1987 года. Роль: Николаша, сторож. Харитонов Андрей Игоревич.
родился 25 июля 1959 года, скончался 23 июня 2019 года. Роль: Марат Былов. Гребенщиков Юрий Сергеевич. Родился 12 июля 1937 года, скончался 14 мая 1988 года. Роль: Виктор Иванович Подкидин. Калашников Андрей Владимирович. Родился 25 августа 1955 года, скончался 14 января 2020 года. Роль: Бутылочник. Пивоварова Татьяна Леонидовна, родилась 24 мая 1924 года, скончалась 16 февраля 2013 года. Роль: Анна Львовна, член городского комитета народного контроля. Морозенко Павел Семенович. Родился 5 июля 1939 года, скончался 13 августа 1991 года. Роль: генерал-лейтенант. Белявский Александр Борисович. Родился 6 мая 1932 года, скончался 8 сентября 2012 года. Роль: Максим Семенович Мусницекий. Котельникова Алла Александровна, родилась 26 июля 1923 года, в 1995 году. Роль: Анна Трофимовна, жительница ремонтируемого дома. Пороховщиков Александр Шалович. Родился 31 января 1939 года, скончался 15 апреля 2012 года. Роль: Олег Иванович Коваль, главарь наркомафии. Булгакова Майя Григорьевна, родилась 19 мая 1932 года, скончалась 7 октября 1994 года. Роль: Любовь Хомутова, мама, глава мафии.